Всем привет! У Тиши сегодня день рождения. Ему исполнилось 6 лет. И мы приготовили ему очень много классных, крутых подарков. Так как его день рождения будет в стиле Бэтмена, то и подарки мы тоже упаковали в стиле Бэтмена. Разные там черные, желтые коробки с логотипом Бэтмен. Сейчас я их аккуратно вот туда вот перетащу и будем его звать. Самый огромный, самый тяжелый подарок. Позже посмотрим, что в нем было. Огромное количество. Но пока Тиша спит, я быстренько надую шарики, позову его и буду поздравлять с днем рождения. Я думаю, он обрадуется. Чтобы слушался родителей обязательно, без этого никуда. Чтобы на канале у тебя было 10 миллионов подписчиков и бриллиантовая кнопка у тебя в руках. Оставайся всегда таким же веселым. С днем рождения тебя! Ты вообще готов открывать подарки? Ты не представляешь, сколько всего мы с родителями для тебя приготовили. Готов, конечно! Побежали! Все, Тиш, шарики можешь выпускать. Только перед этим загадай желание. Говорят, если загадать желание и выпустить шарики в небо, оно обязательно сбывается. Хорошо, давай попробуем. Загадал? Да. Полетели! Ну, что ты загадал, Тиш? Сейчас я закрываю тебе глаза и подвожу к подаркам. Ты посмотришь, насколько много. Раз, два, три. Не может быть, это все мне? Да, Тиш, это все твои подарки. Ого, это все мне и это, да? Да, Тиш, это все твои подарки. Вау. Давай скорее будем все в дом сносить. Ну все, я тогда побежал за трактором. Хорошо.